Александру Кузнецову 51 год. Он из города Белореченск, который входит в сочинский одномандатный избирательный округ. На днях в интернете появились сообщения, что кандидат от партии «Яблоко» снимает свою кандидатуру из-за якобы оказанного на него давления и угроз в адрес его близких. По словам же самого кандидата, сняться с выборов его заставило здоровье, которое стало резко ухудшаться в ходе предвыборной гонки. Никакого давления на него оказано не было, признался кандидат. Просто не рассчитал свои силы и хронические заболевания. Заболевания напомнили о себе. У меня сахарный диабет, сильно много нервничал, поэтому начались осложнения. Ну и потом все-таки Белореченск немножко далековато от Сочи, я просто не рассчитал свои силы, потому что надо ездить, надо работать. В общем-то, какой-то там поддержки от товарищей я не получил, как бы, ну, в общем-то, переоценил свои возможности немножко. Поэтому, так сказать, добровольно было принято решение. Для меня это было, да и для членов всей комиссии, это было несколько неожиданное решение. Поскольку мы уже больше, чем месяц, да, почти два месяца работаем с кандидатом, и как бы предпосылок таких не было. Тем не менее, заявление легитимно. Кандидат был предупрежден о том, что обратной силы оно не имеет. По решению комиссии мы будем вынуждены для того, чтобы соблюсти процедуру, заклеить на информационных плакатах этого кандидата и в бюллетенях, соответственно, произвести вычеркивание. Напомню, выборы депутатов Государственной Думы состоятся 18 сентября.